пути? Отлично. Я сейчас в гараже. Скоро увидимся.
Я запну контакты, пойдет искра. Иди взломай один из баков. Давай выбираться отсюда. Осторожно. Кажется, я у тебя в долгу. Дай-ка мне пока осмотреться. Иди пока вперед. Ну быстро сюда. У меня просьба. Меня ограбили. Большего тебе знать не надо. Тот, кто это сделал, служит в охране трубопровода. Я хочу, чтобы ты его убил. Ты очень любезен. Найдешь его, дай мне знать. Thank you.
тебе конец, ублюдок! Оттуда! Она прилетела оттуда! Я тоже заметил! Салам алейкум. Салам алейкум. Ты его нашел? Надеюсь, умирал он долго. Скоро увидимся. Здесь действует перемирие. Не забудь. Ты ровно идти не можешь? Говно такое. Привет. Значит, тачку наполнил ее местной валютой. До краев напихал. Бумажки уже на дорогу сыпаться начали. Берет тачку, а там больше миллиона старых. И катит к церкви. Хочет купить себе право на исповедь щедро пожертвовать. Иван смотрит и говорит: а что я буду с $5 США делать? Больше твоя тачка не стоит. У него 3 дня на сбор денег ушло. Бросил он тачку на улице. Кто это был? Доктор сказал, вырубил. Я свою извинюсь. Еще спасибо. Да пофиг мне. Я обмазался. Симптомы снова проявились, да? Мне жаль. Лекарство еще не пришло. Есть телефонный магазин в километре на восток от Порт-Силау. По карте легко найдете. Там у меня есть товарищ, который вам поможет. Я только прошу вас об одолжении. У меня есть для него документы на выезд. Передайте их ему, и он поможет вам с лекарством. Ваша помощь не будет забыта. Будьте осторожны, мне говорили, что сейчас вокруг очень опасно. Какого? Кто тут? Нет.
Сюда. Рад тебя видеть. У меня есть предложение. Хорошие новости. У нас есть возможность разобраться с Мантуве. В штаб-квартире СНС в спальном помещении хранится досье. В нем есть кое-какая важная информация, которая пригодится Мбантуве. Как ты думаешь, сможешь достать документы? Знание — сила. Скоро увидимся.
за тобой наблюдал. Впечатляет. Ты принес паспорта. Это хорошо. Отнеси их в заднюю комнату. Получишь таблетки. Да, заходи. Я знал, что ты придешь спасти нас. У нас для тебя есть таблетки. Документы у тебя с собой? Ты подарил мне надежду. Человек не может жить без надежды. Мы не забудем о твоем поступке. Получить. Эй! Кто тут? Посмотри на идиота. Эй, отвали, проход запрещен. Thank you.